очень много таких вот как бы вещей, которые мы переживали, что может не получиться. Перенервничали, то есть ты здесь как бы уже собрался и разобрался. Я вообще, я стою спокойно, не показывала ни эмоций, ничего, а в душе стоишь, Аня меня держит за руку, ты стоишь и такая, если скажут нет, и такая, нет, все будет хорошо. Видно, що працюєте з вогником, у вас три так, ви йдете далі. Такого как бы института, где обучают огненному шоу, обучают тому люди, которые этим занимаются, это в основном самоучки. Я работала главным по складу, то есть закончила высшее образование, была такая серьезная тетя, у меня там были люди в подчинении. Просто в какой-то момент я начала понимать, что как бы время уходит, и я все это бросила. Просто уволилась, и сейчас я очень довольна и счастлива, что занимаюсь тем, что нравится. Мужик, повелитель огня. Валера, он любит спать. Сели, где-то что-то обсуждаем, Валера такой оп-оп-оп, прилег, смотрим. Юра тихий. Он сначала наблюдает, а потом... Потом высказывает все, что думает. Я шумная очень. С характером? Да, могу там вообще накричать, сказать все. Да, могу обидеться, очень обидчиво. Отдай мне палочку! Это моя палочка. Давай мне, передавайте. Давай, жарь. Да? Она всех так, всем расскажет, что нужно делать, всех поставит на место. Всех пожалеет, всех дружит, если что. Те отношения, которые у нас сейчас, мы очень долго к этому шли. Чтобы мы могли друг друга и уважать, и могли друг друга попинать, и никто не обижался. Сильно долго не обижался. Я и не обижаюсь. Выступление ждешь, наверное, вот как у меня ассоциация, как в детстве, дня рождения какого-то. И очень хочется, чтобы было на полуфинале такой момент, не знаю, волшебства, когда все замирает, время останавливается, есть только огонь и музыка, и да, и мы.
справжнє шоу вогню проти ночі на арені шоу «Україна має талант». Недаремно люди кажуть, що на вогонь і воду можна дивитися вічно. Ви яскравий доказ цього твердження. Мені хотілося б, щоб ваш виступ тривав ще і ще і ще, відзачаровував. Слава, ти згодна зі мною? Абсолютно з тобою согласна. Ребята сьогодні виглядять потрясающе. За вами було дуже цікаво наблюдати. Ця постановка так вам йде. І ви прекрасні сьогодні. Я желаю вам сьогодні хороших голосів. Ну і должна сказати, що у нас какой-то необыкновенный сьогодні ефір. Я сочувствую нашим зрителям, тому що буде дуже складний вибір в голові, буде боротьба настоящая. І мені кажется, що сьогоднішнім нашим ефіром і вот этим номером ми могли б просто смело відкривати олімпіади. Було дуже ярко. Дякую. Ігорю, що скажеш? А також закривати олімпіаду. До речі, можна безконечно довго дивитися на вогонь, воду і на дівчат, які з вогнем бігають по воді. Що ми тільки що спостерігали. Ну, яскраво, запально, гаряче. Я не знаю, ну реально класно. Що ще можна сказати? Ви молодці. Спасибо. Дякую. Влади, тобі слово. Скажите, а вот как теперь, каким бы то ни было участником, в каких бы то ни было шоу, можно говорить перед номером, приободряя, ну давай, жги. Вот как? Ребят, я тоже у отца воровал спички, конечно, в детстве, и там что-то промышлял, но ну, не в таких же масштабах. Красиво как-то, музыкально все вдохновенно очень, что ли. Класс. Удовольствие. Дякую. Вірю, що і вас, шановні телеглядачі, вогняне буяння, народжене цими сміливцями, теж причарувало. І якщо це так, телефонуйте 0900-102-011 та надсилайте смс з кодом 11 на номер 7766. От-от відкриються лінії для голосування, тож прошу, будьте дуже-дуже уважні. А вам я дякую, це було справді неперевершено. Хай вам щастить сьогодні. Це було шоу вогню проти ночі.